Арена Мариса Ришара принимала боксеров, участников полуфинальных поединков. Перед вами легковесы. Два, пожалуй, самых популярных боксера в этой весовой категории. Наш Василий Соломин, чемпион мира. Вот он сейчас на вашем экране, в белых трусах, в красной майке. И слева двукратный чемпион Европы, румын Симеон Кутов. Рефери на ринге, представитель Федеративной Республики Германии Хан. Это третий раунд. Первый раунд проходил в равной борьбе, да второй тоже. Правда, Кутов, который очень, вероятно, настроился на этот бой и подошел к нему в отличной форме, действовал сериями ударов, чуть точнее Соломина. Но Соломин неожиданно в первом раунде получил предупреждение за удар ниже пояса. Кстати, один наш боксер пострадал из-за этого. В полуфинале во втором величайшем весе встречались Давид Тарасян и кубинский боксер Рамон Дювалон. Во втором раунде Тарасян нанес удар ниже пояса. Кубинский боксер не в состоянии был продолжать поединок, а Тарасян дисквалифицирован и лишился даже бронзовой медали. Вот этот удар Соломина тоже подвел. Ну, в борьбе все, конечно, бывает. Получил предупреждение. И вот третий раунд. Повторяю, очень упорный поединок. Это не мудрено, потому что боксеры прекрасно знают друг друга. Бой это принципиальный, особенно для Симеона Кутова. Два года назад в Гаване в финале чемпионата мира он проиграл во втором раунде Соломину ввиду явного преимущества. И вот сейчас стремится взять реванш. Очень сильные удары пропускают боксеры. Не очень задумываются о защите. Да, в равном бою вот это предупреждение, полученное в первом раунде, висит над Соломиным, словно дамоклов меч. Последняя минута. Пропускает удары Василий. Хороший боковой правый проводит Василий Соломин. Сбить с ног практически невозможно. Повторяю, Семен Кутов великолепно проводит бои на мундиальском ринге. Последние секунды. Кто-то из зала кричит Василию: работай, работай. Соломин в атаке. Бой этот упорнейший бой закончился. Конечно, хотелось бы видеть этих боксеров в финале турнира. 24 года динамовцу из Бухареста Семену Кутову. Его тренирует Константин Димитреску, тот самый, который был бронзовым медалистом в Мельбурне. Да, побеждает Семен Кутов, и все пять арбитров на стороне румынского боксера. Бронзовая медаль у Василия Соломина. Ну а сейчас перед вами Валерий Лимасов.